Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Вуди, Enter, и сегодня мы делаем обзор на карту DFWC03-2. Эта карта была объявлена на Competition, который проходил на прошлой неделе, и также эта карта была на DFWC, на Defrag World Cup, такой большой, номер 03, в 2005 году. Вот, а сейчас уже 17-й год, так что это давно все было. 12 лет назад. Да. К сожалению, ну, не знаю, это на Competition не так много демок пришло, но как на DFWC, но все же. Ну, DFWC все-таки мировой чемпионат, да, так что да, стоит полагать. Готовьтесь, готовьтесь, скоро начнется следующий DFWC. Да, да, вот. Готовьтесь выигрывать, пацаны. Итак, карта выглядит неплохо. Я делаю первый, наверное, обзор. Я ее, к сожалению, не застал. Я начал играть в 2006 году. Вот. Что про нее можно сказать? Честно, не знаю, я ее очень давно не играл. Начинается она вот с такого падика. Сейчас, секунду. Оп. Ок. Так, начинается она с падиков и рампочки, и старт-триггер у нас находится где-то вот здесь вот, и он, так как карта старая, старт-триггер можно юзать несколько раз. Хотя да, это, в принципе, не сильно поможет, потому что здесь вначале идут пады, и там дальше вроде будет телепорт, который не позволит вернуться. Не, по идее поможет. Если там можно обратно вернуться? Нет, там... Если посмотреть вперед и немножко наверх, ну просто даже вот залезть на пад на тот. Сейчас давай я допрыгну вот по этим падикам. И долетел. Вот посмотри, вот видишь Рокет? Да, вижу. Вот, можно, в принципе, взять его и вернуться с ним. А там не отберут? Я просто попробую сейчас, я понимаю то, что. Нет, нет, не должны отобрать. Ой, надо бы еще пропрыгать. Это все потому что. Вон справа прыгай. Ага. Давай, давай, хорош! Да. Ну и все, вот отсюда и... берешь такой, хопа, да, сразу на финиш. Я понимаю, но как бы такие демки не принимаются на DFWC, это все-таки тайм-резет и все такое. Ну да, ну в офлайн, в онлайне, если кто захочет, можно да, сделать так. Итак, вначале у нас падики. Падики либо справа, либо слева, но вот такие вот кривоватые. Они наискосок, и по ним очень неудобно прыгать. И, по идее, вот это более сложная дорожка. И вроде прыгать со CPM намного проще, чем в ОКУ-3. В ОКУ-3 тут геморроя много. Ну, вот. Да. Дальше у нас два прыжка. И либо берем Рокет, либо просто продолжаем прыгать по падам. Да, сначала, конечно, напиши ему то, что это дивмап, а то мало ли он пытается тайм поставить. А, экстази. Что такое? Я не могу просто карту пойти. И раз, два, три. И вот, в общем, таким образом по этим падикам. Ну, в ОКУ-3 сюда нужно прыгать, здесь попрыгивать дальше. Рокет, к сожалению, в ОКУ-3 вроде бы нельзя взять. Только для CPM. Есть такой, такая выемка. Не знаю зачем. О, здесь проход Лоники, есть. Да? Да, здесь есть проход. Для тех, кто не может по тем падам пропрыгать, наверное, в ОКУ-3 сложно. Здесь есть дорожка для того, чтобы вот так вот оббегать и прыгать до телепорта. Телепорт, нормально. Да. Вот такие трубы в коробочке завернутые. Неплохо. Ну, раньше все красиво делали. Да, дизайн классный. Здесь все проработано неплохо. Дверки, типа... Ой, она даже двигается. Меня убьет, наверное, сейчас. Да. Блин, я думал, меня хоть подамажат чуть-чуть. Я успею там классно, типа убежать. Вот. Ну, CPM, в принципе, вот таким вот образом. А, почти таким образом можно пропрыгивать. Вот, заворачиваем потихонечку и прыгаем вот так вот до телепорта. Здесь два прыжка. Вот эта дорожка, я говорю, для тех, кто не смог там по падам пропрыгать. Здесь никаких кнопочек вроде бы нету. Ничего нельзя подбирать. Один рокет и больше ничего нет. И то, за которым очень медленно бегать.
Вот, я здесь делаю сейв пост и посмотрим, куда он ведет. Так, он нас ведет в большую-большую комнату, которая чем-то смахивает на Cold Run. Ну, наверное, вот этим вот небом синеньким. Угу. Да. А наверх и... можно забраться? Можно. Можно. Правда, за смысл. Как я понимаю, нужно бежать куда-то вперед оттуда. Ну, и да, раз нам дали 200 ракет, значит начинается с ракет спам. Да. А, как здесь можно проходить? Вариант номер один. Вот так вот прыгаем от, ну, от стенки, либо от пола, либо, не знаю, как-нибудь. Прыгаем на первый пад. Или есть вариант прыгать вот, вот сюда, на нижний пад, и отсюда делать ракет от стены. Это намного выгоднее, но попасть вот на этот маленький падик очень сложно. Вы перешеек, не знаю. Но выстрел рокетом от него даст намного больше скорости. Здесь у нас слик. Слик. И здесь даже слик, нифига. Ого. Здесь везде, в общем, слик. А внизу есть слик? Нет, здесь нет слика. Вот, здесь мы прыгаем на слик. Можем немножко посликать. Еще сделать рокет. Джамп и допрыгнуть сюда. Либо как-нибудь куда-нибудь дальше, не знаю. Окей, дальше. Дальше у нас джампад, как я предполагаю, это джампад. Он у нас подкидывает вперед, и я сейчас. Ага, упаду. А здесь можно, кстати, без прыжка? Нет. Не, без прыжка не долетишь. Да, вот я попал, то есть. Вот как-то так, наверное, надо. И, наверное, РЖ нужно делать. Ну, при хорошем бусте с РЖ я не успеваю. Ну да. Вот тут, наверное, вот типа того надо пролетать и прыгать сюда. Джампады, они, к сожалению, нам скорость сбрасывают. Да, 600 оставляют. И, но... Сам... Следующий телепорт находится вот здесь. До него можно добираться как бы несколькими способами. Либо, ну как бы, либо, как я вначале показал, на большой, на огромной скорости пролетаем в ту, тот проход, проход. Здесь вылетаем, попадаем на этот джампад. Можно, надо в него будет еще ракеты попасть. Да, и вот залетаем в телепорт, черт. Я сохранился. Здесь, наверное, надо... Ну что ты типа... А, мне такое... скорость дали. Давай умру, еще раз восстановлюсь. Да. Это что такое, я попасть не могу. Да. В общем, как-нибудь пройду. Вот, это один вариант прохождения. Второй вариант прохождения — это использовать вот эти вот джампады, которые внизу, или вон ту вот полукруглую вот фиговину. Можно разогнаться, выстрелить там, не знаю, двумя ракетами или чем-нибудь в этот джампад и попытаться залезть вот сюда, или вот сюда, или, в общем, как-нибудь, чтобы парой ракетов вот этим выстрелом добраться до вот этого телепорта. Ну, вариантов много, да. Да, но судя по демкам, потому как все проходили, ну не все проходили, центральный путь может быть быстрее, потому что вроде как не нужно геморроиться, хотя, ну и плюс очень много скорости сбавляет, когда пытаешься тормозить или залететь вверх отсюда. Хотя какой лучше, точно не скажу. Нужно все равно тестить, смотреть. Вот, допустим, мы здесь вылетели. Здесь даже сбоку есть вот эта штука. Это, наверное, чтобы ракету можно было сделать сюда ракет и как-нибудь долететь туда. Или, не знаю, пустить наперед куда-нибудь, но тоже не уверен. Но не, там слишком много скорости. Ну да. Ну, в принципе, самый, по идее, выгодный должен получаться вот как раз посередине. Так, здесь сохраняемся. Что нам дальше происходит? Ага, дают вот эту вот скорость. Точнее, мы появляемся на месте, где она есть.
И мы летим, прыгаем вперед. Вот, здесь еще одна большая комната, тоже с такой же текстурой. И у нас много-много вариантов прохождения. Вон там видно телепорт, в который нам нужно добраться. Вроде как. А, как можно добираться? Сначала, как обычно, добираются. Rocket Jump Pole, Rocket Jump Pole, Rocket Jump Pole. Как-нибудь здесь, там, не знаю, Rocket, Rocket. И еще Rocket, Rocket. Вроде добрался. Все отобрали. Еще вариант. Так как у нас есть вот эти боковые стенки, можно попытаться от них как-нибудь выстреливать. Вот. И здесь тоже как-нибудь постараться долететь вот таким вот образом до телепорта. Еще вариант. Так как у нас здесь есть скорость и рокеты, и вначале у нас скорость не такая большая, как раз 1000, можно умудриться, и так даже скорость есть, можно умудриться куда-нибудь сюда или вот туда выстрелить несколькими ракетами. Сейчас я попробую показать. Давай. Ну, в общем, как-то так. Эх. И как-нибудь куда-нибудь долететь. Либо вот туда, либо сюда. Вот до вот этого джампада. А, еще можно сделать. Нет, наверное, нельзя. Нет, так нет. Так Ну. медленно будет. Я просто думаю сейчас, пока. Как-нибудь три ракеты я успею замутить. Нет, видимо, не успеваю. Если только сразу будешь, если сразу с выхода стрельнешь из телепорта. Нет, ну сразу с косарем вылетишь с телепорта, да, типа того. Но не получится. Ну-ка еще раз. Сейчас. Вот еще вариант, кстати, который в ВК-3 вроде бы был в демке когда-то давно. Можно, во-первых, сразу после выхода из телепорта стрелять ракетом назад. И вот каким-то таким образом, используя 3 RG плюс джампад, залететь прям на верхний джампад или вообще к телепорту. Или вот на тот джампад. Или, в общем, куда-нибудь, чтобы залететь. Здесь, к сожалению, нету такой типа рампы. Здесь весь джампад нас кидает вверх. Поэтому здесь мало чего можно сделать. Вот. Основная проблема, в общем, тупо добраться до того телепорта. Сейчас, как тут еще можно сделать. Я, наверное, сейчас долго буду мучиться, чтобы добираться туда. Ну, на очень хорошей скорости тут. Я не знаю, я. Ну, Да, почти. наверное. Наверняка можно туда прыгнуть, а там, кстати, что-нибудь есть. Так, здесь у нас еще один джампад по бокам. Интересно, он прям так и планировал, что ли, маппер? Нифига. Фиг знает. Круто. Он сильно нас кидает? 1300, то есть достаточно одного рокета, и мы попадаем сразу в телепорт. Хотя это маленькая скорость. 1300. Или 1500, хрен его знает. Может быть, с 3 XRG можно больше набрать скорости и как-нибудь здесь куда-нибудь выстрелить посильнее, типа. Ну, в общем, как-то так. Здесь. Ну, вариантов масса, да, опять же. Да. Здесь зачем-то выемка внизу сделана. Не совсем понятно зачем. Может быть, для того, чтобы Может быть, 2x. для декора. 2x где-нибудь вот здесь вот делать, чтобы вылетать наверх. Я не знаю, как тут мапер планировал. Вот. Ну, в общем, мы будем проходить дальше, наверное. Здесь он триггер, который нас все отбирает. Вот, кстати, я не знаю, где он располагается. Можно его обойти?
Мне кажется, вряд ли его можно обойти, потому что это все-таки карта мирового уровня, и там весь да. телепорт, скорее всего, окружен. Сейчас. Короче. Вот здесь вот делаю сейфпост, сейчас попробую обойти. Я не знаю, я и не декомпилил карту, к сожалению. Отобрали. Здесь вот наверняка он как-нибудь вот так вот проходит. Да, вот да, отобрали да. все. Вот, наверное, впритык. И не сверху, видимо, не снизу. Да, все отбирают. У нас отобрали неуязвимость, дали 3 ракеты и скорость. Вот она, ракета летает. Угу. А, и мы видим то, что нам нужно сделать 2х или 3х. Ну чё? Здесь, к сожалению, оба ничего нету. Мы здесь или падаем вниз при выходе. Я сохранился хоть? Ага. Здесь сохранюсь. Мы или падаем вниз, или прыгаем сюда. Нам долго давался. Странно, нам дают скорость в начале там, а потом скорость отбирают и дают плазму. И дают плазму с броней. Рокеты остались, кстати. Да. Ну, скорость вот, дают, отбирать. Ну, раз ее отобрали, значит, наверное, она нужна для того, чтобы два раза рокет успеть пульнуть. Ну, может быть. Сейчас, еще раз. А, хотя, ну, это ВК-3, наверное. Ну, ВК-3 больше, да. А, так, у меня есть две ракеты и куча плазмы. Ну, в общем, стреляем ракетой вниз, делаем прыжок, плазмим наверх. Вот здесь плазмим по стене. И здесь у нас такой заворот по стене. И вот он финиш. Кто не знает, вот здесь вот такой два триггера располагаются, которые позволяют финишировать. Или один большой, хрен его знает. Я не декомпитал, не могу сказать. Ну там, да. Ну это вот. Особо. И судя по карте, то есть здесь делается плазма, какой-нибудь заворот вот сюда, и вот здесь вот выстрелы ракеты. Черт. Да, как-нибудь. Сейчас еще раз попробую. Надо раньше стрелять, кстати, рокетом. Чтобы догнать его прям сразу. И плохо у меня получилось. Эх. Ну, в общем, наверное, как-то так. Так думаю. Попробую разок пройти как-нибудь до финиша. Ну, как-нибудь, потому что я быстро вряд ли смогу. Мой тайм ну, на 28. Кто-то сможет. Эту карту надо конкретно прям вот задрачивать. Я забыл выстрелить. Ну, будем медленно проходить. Надо было посмотреть, на какой высоте, кстати. Оп, 32,9. Ну, я говорю, надо было посмотреть, на какой высоте мне здесь переставать плазмить, потому что... сейчас я... Вот если что, вот здесь вот наверху высота, можно... сейчас я доплазмлю, чтобы потом было понятно. То есть... вот сейчас я долетел на 1800. Прыгаем вниз. Минус 1488. Значит, где-то на 1300 можно начинать заворачивать налево. 1, 2, 3 и заворачиваем налево, и как раз получается вот такая штука. То есть, ну, в принципе, вот как-то так. Давай ты пройди пару раз. Ну, давай, ты, в принципе, все сказал. Не знаю даже, что добавить. Да, здесь... карта. Ну, единственное, может, я думаю, ну, это с ТРом, конечно. Как-то забраться вот на эти наверх. Вдруг с них есть оп. А-а-а. Тут ТР точно? Подожди. Там, где старт-триггер начинается?
Вот тут вот. Ну, вот то есть, тут. А можно сделать дабл-джамп и не цеплять? Ну, маленький. А, то есть там все не получается завернуть, да? Да. Ну, в крайнем случае, можно с рокета туда залезть. А, ну, кстати, да. Давай попробую. Да, сделай сэхпост, дай себе рокет. Здесь П только. Плазма, да. Плазмы нету, нет. Нифига. Да, ничего нет. А наверху старт-триггер есть? Да. Да, есть. Там. Но все равно ТР это нечестно. Ну да, да. ТР это не для нас. С рампа начинал. Ну так, Рубини. Вроде да, поудобнее. Кстати, ему надо, по-моему, запрыгивать на... перед первым, ну, телепортом, там да, сразу да, наверх. На эту, как, на возвышенность. Ну, я тоже 1000 лет не играл, я вот, пока мы с центром готовились, побегал я. Вот, на этот. Да, уголок. Да, да. Что не... Что-то без РЖ. Не знаю, вот тут тоже очень много вариантов, в принципе. Либо 2х, допустим, делать. Потом отсюда как-то вот... Ну, здесь по-любому не надо цеплять вот эту вот рампу, потому что она очень сильно скорость замедляет. Нужно прыгать сразу наверх, на верхний пад, или с несколько xrg от бокового вот этого пада, или от следующего. Вроде, да. Я говорю, я как-то здесь умудрился, если долго тестил, я, по-моему, на вот третьей штуковине 3х пытался сделать. От стенки. На от вот, третьей? Да, вот, да, от той. То есть я чуть-чуть это... сбавлял скорости, но стрелял тремя или там четырьмя рокетами. Да, и ловил все три. И залетал прям сразу в телепорт. Ну, не знаю. Но это все равно, это сложно, и, в общем, нужно придрачиваться, и, в общем, это... Да, это... Я не знаю, делали так кто-нибудь. Ну, так, не знаю, на моей памяти нету такого. Я, в принципе, демки частично помню, кто как... Ну, из ДФВЦшных. Ну, я думал как-нибудь попробовать перебить, но как-то в руки не дошли, и не я получилось. Я тоже думал, я даже тут помню, что-то тестил давным-давно. Но стрикс, в принципе, вот если об этом, ну, сложно, но, по-моему, можно как-то попроще сделать, чтобы и выполнялось почаще, и было побыстрее, по идее. Ну, не могу сказать. В ОКУ-3 здесь от джампада делали 3XRG без проблем, и все. Ну да, вот здесь попроще. Может, как-то так. Вот если сразу на первый, на тот пад залететь, то с ним, наверное, можно. Все равно медленно. Нужно, ну, там... скипать эту штуковину как-нибудь. Да, да, да. Вот. Ты сразу после выхода стреляй рокетом. Да, да, да. Но тут неудобно, не видно, где падаешь. А чё 2х? Ну... Давай, давай. Вот, видимо, от нас учился на время. Я пробую все-таки пройти разок. Не-не, я тут. Тут? Сейчас. Да.
Ты давай там скажешь, когда вернешься. Ну, я вернулся, да. А, окей. Ну, тут, в принципе, можно не обязательно заворачивать саму, там же есть вот это круглое. Как рампа наверху. Да, если хорошая вертикальная скорость, то можно вот об потолок завернуть. Можно об нее, да, в принципе, получается поживее. Ой, поздно. Ну, я не уверен, что это прям много больше быстрее получится. И где-то нужно еще третий рокет заюзать. Третий, да. Ну, их же три. А, ну смотри, можно... Допустим, ну, подняться, взять. Стрельнуть рокетом как-нибудь. И... Ну, и от дальней стены. Не, можно, допустим, если хорошая вертикальная скорость. Типа как-то... Может, да, как-то так, я думаю, но... Ну чё, давай демки смотреть. То, на что мы проходил. Да. Или ты хочешь еще раз пойти, не? Не, ладно, не. Все. Тут особо. Тут надо прям. Это, то, что карта. Да, да, карта большая, интересная. Сейчас посмотрим, кто что она проходил. И сложная. Здесь так. Да. Начнем с ВК-3. Поздравляем, Бриганда, с первым местом. Да, молодец. 31.9. Очень хороший тайм. Если сравнить с там 31, и это были там первые, по-моему, 3 или 4 места. Сейчас я точно скажу. Это второе место, 31.2 это второе место. 31.9 это было бы. Так. ВК-3. Так, это. Да-да, ВК-3. Это было бы шестое, получается. Да. Ну, седьмое, шестое. Ну, кстати, Бриган в норм, да? Да. Аж седьмое место в этом. В ДФЦ, ДФЦ, да, очень классно. Правда, это тогда, но... Ну да. Ну ладно, давай смотреть плей. Да, давай. Сейчас, наверное, даже замедлять придется, но посмотрим. Я надеюсь, он без ТР и без всякого. Ну, в принципе, не принял бы, наверное. Ощущение, что я не знаю, можно ли там кружок сэкономить. Не знаю, опять задом, смотри-ка. Да. С двух рокетов взлетал. А там был оп или нет? Не-не. Нет, там буква Г горела. Просто если он словил этот оп, то это не считается. Сейчас я посмотрю. Плей еще разок, я там замедлю в момент, давай. Когда он. Вот у него скорости 900, он делает 2х, летит на скорости 940, вот у него горит буква Г. Он словил хоп. И рокетом выстрелил, к сожалению. Да? Да, можешь сам пересмотреть. Ну, я смотрю, да. В принципе, похоже на то. Ну, да. Я ее засчитали, в принципе, в этом. Ну, видимо, Якс не смотрел, не знаю. Ну, там же программкой какой-то она считывается. Нет, она не считает, она просто резы выводит и все. Нет, не твоя, а которая демки. Он рассказывал, что там чисто через прогу типа прогоняешь, и она тебе говорит. Ну, как бы, судя по тому, что как он проходил, у него рандомный оп, на ну, который он... Сейчас я здесь замедлю. Да что же я сделал. Здесь внизу, в общем, показаны у меня кнопочки, сейчас я их выведу. Почему-то они не выводятся. DF, сейчас 2. Нет. DF. Как отобразить кнопки, куда человек нажимает? Я забыл. DF, CS. Там что-то draw 1, draw 1, что ли? CS 1, CS 0. Ну, 0 draw 1. Draw.
Да, надо было сразу, чтобы заметить, когда он нажал прыжок. Да-да-да. Я... Да что ж такое-то слишком... Который раз пересматриваю демку, сори за такое медленное все это. Вот он ловит рокет, летит вперед, видит буковку Г, стреляет рокетом, ловит оп, а потом уже нажимает прыжок. Он прыжок нажал после оба. И взлетел в ТП. В общем, если у него есть еще одна демка, если он не одну присылал, то он все равно займет первое место. А так у него, к сожалению, ну, да, нелегитимные. Надо попросить Аякса. Итак, переходим к CPM демкам. Место номер 7. Номер, да. 7. 7. Криворуков. О, ты запомнил. Да, я долго думал сейчас, как его расшифровать. Вот, Эстония. 39,6. Давай смотреть. Play. Итак. Начало, в принципе, стандартное. По падикам, по падикам. С прыжка использовал. Не использовал слик совсем. С джампада залетел наверх и вот так в телепорт. В принципе, неплохой вариант. Вроде он здесь не успел использовать джампад, но, наверное, опять мне сейчас придется просто пересматривать. Ну что туда, они как-то... Ну, кое-как заплазмил наверх и завернул. Финиш. Сейчас еще раз пересмотрю быстренько демку, она как раз во второй части, там буковка Г горела. Так, после телепорта, значит. Эх, она и перед телепортом. Там... Или это она и была. Народ, если карта без обов совсем, то лучше использовать... Kill Ops, чтобы такой штуки не происходило. Ну вот он делает джампад, летит, летит, летит. И у него горит буковка B 830. И он зажал прыжок, так что все нормально в этом месте. Нормально, да? Да, да, да. В одном. А здесь у него не было оба. И здесь он тоже нормально запрыгнул. Да, все хорошо. Дальше. Римыч или Пумбыч, или в общем. Памбифор. Да. 38,9. Быстрее на одну секунду. Ну или чуть меньше. Давай смотреть. Плей. Да. Посмотрим, посмотрим. Я там заметил в топе агрессор. Ай-яй-яй-яй. Сейчас еще раз плей нажму. Так, жди. Жди, дожди, давай. Плей. Сначала также, в принципе, попадет, падом как у всех. И промахнулся, не попал на пад. Эх, что же он так? Римыч, Римыч. И залетел сразу наверх с 2х. Ну вот это, кстати, похвально, в принципе. Ну и промахнулся мимо джампада. Запрыгнул наверх кое-как. Но у него, насколько я знаю, времени особо нет. О, он, он переключился на рокет в самом низу. Да, да, да. Так, тоже, кстати, вариант. Опять демонейм не изменил. Римыч, измени демонейм. Я тебя умоляю. Таймер, time performed by Voodoo D. Ой, Voodoo D. Ну, консоль открываешь, там написано KFG by Voodoo D. А, конфиг. Ну, ну. Ок, но ясно. Он не меняет. Ну, короче, понял, понял. Римыч, поменяй. Следующее. Пятое место. Хардкор Россия. DFCPM 36,6. Быстрее на 2 секунды. Наверное, там финиш будет побыстрее. Или центральная часть посмотрим. Плей. Mm-hmm.
Какой резкий. Да, начало, в принципе, стандартное. Почти уголок зацепил, получился даблджамп. Не использовал слик совсем. Но... А может, многие и не знали, что там слик, по идее. Может быть, но там сложно не знать, когда вот смотришь на карту. А, не получился прыжок прям перед рампой. Ну, почти, почти. Рокет залетел наверх, завернул, он как раз выстрелил рокетом и зачем-то прыгнул лишний прыжок. Мог бы, вот как мы показывали, просто от стены остановиться было бы на полсекунды, наверное, быстрее, если не больше. Да, ну в целом ровненько, нет тут каких-то таких запинаний. Ну да. Центральная часть, надо там вообще мучиться с ней, чтобы проходить. Ну да. Особенно вот неопытным игрокам там прям геморрой. Следующее, топ-4. Hello, Россия. 33.3 быстрее на 3 секунды. Смотрим плей. 3.3 даже. Где же он здесь сэкономил все это? Начало, в принципе, неплохое. Также по всем этим падам попрыгивал. Опять получился джампад. Какой-то даблджамп. 4 раза использовал рокет. Залетел через центр. Остановился, распрыгивал. И из двоих залетел наверх. И вот здесь как раз джампад помог сразу к телепорту запрыгнуть. Вот это их как раз сэкономил на эти, наверное, 3 секунды. Ну, скорее всего. И здесь... Да, здесь тоже побыстрее. Мог бы еще чуть-чуть сэкономить, если бы не приземлился на краешек сразу туда. Но... Ну вот, и так неплохо. Ну да. Да. Следующая демка. Dream 31.544. Быстрее еще на 2 секунды. Давай смотреть. Play. 2... Нет, 1.8, но... Все равно должна быть где-то сэкономить все это должен. Пады неплохо пройдены, как раз без даблджампа получилось. Использовал слик с прыжком. Попал в этот кое-как допрыгнул до телепорта. Вау! Даже буст у него получился. Воу-воу. Успел два рокета запустить. Угол плохой. Да. Лазами плохой угол и. Ну вот, 31.5. Ну в целом да. Побыстрее, поживее, чем у остальных. Даже не знаю. Итак, ну что, поздравляем, 103. Ну да. Да. И следующее место в 29.7. Вышел из 30 секунд. Агрессор. Ну давай смотреть плей. Посмотрим. Агрессор, для тех, кто не знает, это батя-бать просто. Чувак, который очень-очень-очень-очень... Да, давно играл. Давно, да, играл. Да, попал в боковинку. Правильно, попал в джампад. Агрессор, если ты это посмотришь, возвращайся, братан. Не, ну вот он играет. Ну играет, но это он разово, может, послал, так увидел карту. Не, ну в целом это значит, как минимум, что люди следят. Даже те, кто уже не играет, забил, они следят за сайтом, за DFRAG.ru, что там происходит. И вот он увидел, что DFVC поставили на варкап. И он, возможно, не отказал себе в удовольствии пройтись по старой доброй карте. Ладно. Итак, топ-1, ZQN, белорусское село, 28.9, быстрее еще на секунду, ну что, давай смотреть плей. Что же он там нам сделал такого? Топчик. Да. Начало, в принципе, стандартное по всем этим падикам с воротом. Здесь разогнался, прыгнул на уголок. Вот очень много скорости, времени потерял, мог бы пораньше попытаться. Ну, начать да, стрелять. С двоих залетает на джампад прям сразу. С рокетом залетает телепорт. С
использовал две ракеты, заворачивал в потолок, правильный угол и к финишу. Угу. Очень неплохо. Как радуется, то порадовался в конце. Да, очень неплохое прохождение. Все, в принципе, чистенько. Ну, так сказать, поздравляем. Да, поздравляем и старайся лучше. Всегда есть куда расти. Да, да. Так что не расслабляйся. Сейчас мы посмотрим демки, которые присылались. А, еще инвалидная демка. Давай сначала ее посмотрим. Хейз 30-239. Он бы занял третье место, но, к сожалению, неправильные настройки у него были онлайн. Ой, да. Установлен. Давай смотри. У него там вообще неправильные настройки были. Ладно, play. У него там, посмотри, по-моему... сам тайм посмотри. 239. Это некратное число. Да, у него... Я вообще какая-то фигня с конфигом, видимо, сломалась. Но у него, по-моему, фиксит 0 и этот GS какой-то там клиент. G-Sync? Да, G-Sync тоже 0 у него. А G-Sync устанавливается 0 для онлайна. А в офлайне? Да, но у него не сменилось. А, еще у него, походу, в MSEC 9 стоит. В общем, ему надо было прочитать результаты, а так залетел он, в принципе, неплохо. Это единственное, да, ну прошел, в принципе, хорошо, так бы он занял, получается, третье место, кстати говоря. Да, я уже говорил. А, кстати, да. Вот этот ZQN за 28.9, это сколько было бы? 28, это было бы пятое место. Пятое место, да. Неплохо, неплохо. Да, ДПВЦ. Очень классно. Наверное, прошел бы. Да. Вот. Но это не точно. Да, но это... Да. Итак, сейчас мы посмотрим демки, которые были на топ-1, присланные на ДФВЦ. Это две демки от Охотника и от Веспа. Это такие два... Охотников, типа, да. Почему? Ну, не знаю. Веспа на сладенькое. Сначала ВК3, потом себе. Нет. Нет, ВК3 сначала. Веспа, окей. Play. Весп очень известный такой игрок, который потом выяснилось, что он мог читерить на некоторых, ну, с помощью там некоторых вещей. Вот. Была ли эта демка читерная, неизвестно. По крайней мере, мне. Ну, мне тоже. Вау, классно попадал по всем этим падам. Скорости много-много набрал. Влетел с телепорт офигенно. Да, все классно сделал. С 3х залетел прямо. И... Ну, на самом деле он 2х словил бы. Вообще, да. Очень быстрый тайм. Я не могу сказать, насколько это легитимная демка, потому что было замечено то, что он склеивал вроде как из нескольких кусочков. Ну это ладно, это пускай другие люди. Ну да, ну это непонятно на какой. Ну типа да, его, но... на этот ФЦ типа его задисквалифицировали за 4. 28.1 это вот эта демка, а второе место было 31.2 аж в Q3. То есть да, у него столько очень сложных вещей было в этой демке. Ну, в общем, не знаю насколько. Но демка офигенная. Да. И демка CPM 26.840. Давай смотреть play. Охотник тоже очень известный чувак, да, который, но... не знаю, но очень классно играл, тоже забил. Заворачивал кнопкой V. А 1800 попал в телепорт, залетел. Двух прыжков сделал. 2х попал на телепорт, на джампад. Два ракета стреляла, потолок заворачивал и финиш, в принципе. И кривой браш, да. На котором он остановился. Вот такая была демка, прислана в 2005 году. Дефраг 1.9, ты посмотри, там версия в консоли. Дефраг 1.9, лол. Да. Вот. Что ж, переключимся на браузер. Браузер. Вот на браузер. Вот она. Вот они, в принципе, результаты, которые можно скачать. Вот они, все демки.
И вот здесь даже результаты ДФВЦ 03, которые были когда-то. Здесь тоже все демки можно поскачивать, посмотреть. Ну, не все, но хотя бы вот эти вот топ-2. Вот. На данный момент стартовал новый компетишн на карте Fried Pickle. Там есть вроде как гранаты, рокет, плазма. Интересная карта, динамичная, быстрая. Ну, в основном рокеты, но... Все равно много всего есть. Она будет целую неделю проходить, то есть вы успеете ее поиграть. Присылайте демки, ждем ваших таймов, хороших вееров. Красивых. Да, будем смотреть, оценивать. Ну что ж, всем хорошего дня, спасибо за просмотр, наверное. Да, всем спасибо, увидимся на серверах. Всем пока.